отсока. Зашла поклевочка. Что-то крупное. Карась. Всем привет. Сегодня рано вышел на рыбалку. Еще солнце даже не взошло. Я уже собрал удочку, прикормил место. Сейчас вам покажу место, где буду ловить. Вот такое вот местечко, здесь вот под лилиями, там глубина где-то около 2,5-3 метра. Вот такой перекатик. Это место прикормлено. Сейчас расскажу вам, чем я прикармливал, и о наживках расскажу. Итак, прикармливал я вот магазинной прикормкой. Вот такой вот. Также использовать буду для наживки красного червяка, мастерку, опарыш и кукурузу. Сейчас попробую начинать ловлю с червяка с подсадкой опарыша. Так, сейчас наживляем червячка для начала. Здесь в этих местах бывает попадается хороший карась, лень. Вот. Но также, если здесь глубина, может и подлещик хороший попасть, и плотва. Вот так вот. Так, опарыша пока добавлять не будем. Опа, поклевочка. Это похоже на карася. Зашла поклевочка. Что-то крупное. Карась. Плотва. Линок. Вот это улов. Красота! Смотрите, какой красавчик попался. Лень. Вот это рыбалка. Рыбалка на линя. Красавчик просто. Вот это рыбалочка. Клюнул на червяка красного с подсадкой опарыша. Вот. Зацепился хорошо он. Вот. Сейчас я ее отцеплю. Так что, кому нравится видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий. Рыбалка такая сегодня интересная. Сейчас достану. Клевала мелочь и поймался вот такой линек. Красавчик просто. Ой, красавчик. Поймался только что. Линёк хороший. Червяк под соткой опарыша было. Так как я и задумал. Проклевал мелкий окунь. Видно, рыба подошла. Но не дает ему клюнуть. Поклевка была характерная, линевая, поплавочек выложила. Вот. Очень интересно. Мелкая рыба так очень редко клюет. Сейчас подсадим еще белого опарыша. Опа, вот такой бутербродик получился. Красный с белым. Вот такой красавчик.
Глубина где-то около 2 метров, с которой он клюнул. Опа, сейчас выложила поплавочек, поклевочка. Произошла поклевочка, что-то крупное тянет. Вот это да. Наверное, лень. Карась. Вот это карась. Вот это карась. Красавец. Будем брать его под сокой. Опа. Есть. Вот это рыбалка сегодня. Поймался карасик. Так как я и говорил, вот ловится лень и карась. Смотрите, какой красавчик попался. Вот он. Вот он. Красавец. Клюнул на червячка с подсадкой опарыша. Видите, какой красивый. Уже отцепился даже. Все аккуратно его надо посадить в садок. Только что поймался хороший карасик на червячка, на бутерброд. Красный с белым. И ленючек уже поймался. Такая сегодня рыбалка интересная. Сейчас будем ловить, пока солнышко еще не высоко, еще не жарко. Можно посидеть утренний клев. Сейчас подсажу еще белого. Поклевки интересные. Поплавочек вылаживает. Немного и ведет в сторону. Вот. Такая рыбалка. Надо наживку делать покрупней. Вот так вот. Чтобы не брала мелочь. И вот здесь под лилиями такое место интересное. Глубина около 2 метров. Я прикормил это место. И очень хорошо здесь проклевывает рыбка. Ждем новой поклевки. Так, была сегодня неплохая рыбалка, утренний клев. За каких-то пару часиков поймался такой вот хороший карасик. Также поймался вот такой ленучек, тоже хорошенький. Поклюнули они на червяка красного и с подсадкой опарыша. Вот. Глубина ловли где-то была 1,5 метра. Кому нравится видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Оставляйте свои комментарии, делитесь видео в социальных сетях. До новых встреч, всем пока.